Друзья, а что вы знаете об меню сотовых данных на ваших iPhone? Знаете ли вы, как настроить улучшение связи? Что вообще значит многие пункты и как вообще пользоваться этим так, чтобы это было на плюс вам, а не в минус? Досмотрите видео до конца, и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Друзья, немаловажно знать, что особенно в Украине сейчас из-за всех происходящих событий нужно оставаться в сети, то есть быть на связи. Именно это касается именно сотовых данных, сотовая связь. У вас, может быть, придется даже отказываться от интернета, но чтобы была связь. То есть, но этот функционал есть, и я вам покажу все эти настройки, как сделать так, чтобы вы всегда были на связи, и ваша связь была больше, чем обычно. Давайте мы разберем пункт сотовая связь. Что у нас здесь есть? То есть сотовые данные, когда мы включаем, это параметры LTE. То есть если хотите более стабильный интернет, если у вас плохая связь, включаем на 3G. 3G даст больше у нас сотовой сети. И естественно интернет немножко будет хуже, но связь будет немножечко лучше. То есть хотите, оставайтесь на LTE. В LTE видеть написано: поможет повысить качество передачи голоса. Это можно оставить, так даже лучше. Экономию данных не трогаем, это не трогаем. Возвращаемся назад. То есть выбор сети мы можем оставить на автоматически, он будет переключаться автоматически. Но он будет переключаться в том случае, если у нас сотовые данные включены, и режим роуминг данных именно дает нам выбор переключаться между сетями. То есть пока он включен, где у нас выбран автоматический выбор сети, мы сейчас отключим, у нас появится перечень тех сетей, на которые мы можем переключиться вручную. Но это когда он включен. Когда он будет выключен, у нас не будет такой возможности. Вот у меня LiveCell, если я переключу сейчас на Vodafone, у нас связь будет меняться либо в худшую, либо в лучшую. Сейчас переключаюсь на Kyivstar. Будут ли какие-то изменения? Тут буквально в пару секунд, вообще может быть не сети. Ну вот как-то так, видите, нету сети. Обратно возвращаюсь на LiveCell, буквально до 5 секунд, и у нас идет перерасчет, будет он или нет. Если мы выключим роуминг данных, мы уже не сможем переключаться автоматически. То есть придется делать это вручную. Поэтому оставляем в автоматическом режиме, роуминг данных также само включаем. Все. Это именно то, что вам нужно было знать. Ну а так, в принципе, здесь по настройкам больше ничего нам не нужно. Здесь по интернету оставьте ползунки на тех приложениях, которые вас интересуют, чтобы работало это при мобильном интернете. Вот и весь функционал этого режима. Вот и все, друзья. Как сами видели, ничего сложного нет. Действительно, весь функционал расписан. Понятно, в принципе, что где к чему отвечает. Если у вас плохая связь, просто перейдите с автоматического режима, выберите на ту сеть, где у вас вообще есть доступная и на какой будет лучшая связь. Да, у вас там не будет интернета, но вы сможете позвонить и принять звонки. Возвращайте это все назад. Просто по функционалу роуминг данных отвечает за то, что вы можете переключаться автоматически между сотовыми операторами. Вот и все. Вот, в принципе, и вся настроечка. Поэтому, чтобы помочь многим пользователям, поделитесь этим видео с вашими близкими, друзьями, знакомыми, чтобы максимально все об этом знали, пользовались. Это действительно поможет. Подписка на канал, прожмите колокольчик. Оставьте позитивные комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся.